Исполняющий обязанности президента Украины председатель Верховной Рады Александр Тручинов заявляет, что террористы, которые взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, уже давно перешли черту человечности. Об этом говорится в его обращении к соотечественникам. Вооруженные преступники захватывают административные здания, берут в заложники граждан, в частности, украинских и зарубежных журналистов, пытают и убивают патриота Украины. Учитывая реальную опасность и необходимость защитить людей, мы возобновили антитеррористическую операцию, отметил Тручинов. В то же время заявил, что Российская Федерация координирует и открыто поддерживает убийц, террористов, которые действуют с оружием в руках на востоке нашей страны. Мы не будем отступать и продолжим в дальнейшем принимать меры относительно защиты жизни наших граждан и требуем от России прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, прекратить постоянные угрозы и шантаж и отвести свои войска от восточной границы нашей страны.